Вот такие, значит, диски мы купили на Apollo 2013 года. Китайская фирма. Самые дешевые, так понимаю, на нашем рынке. Сейчас попробуем поменять. Вот, значит, в таком состоянии у нас диск за... Опа, гроза. За 11 лет работы. Начал менять тормозные колодки. Тут вот такое неравномерное стачивание произошло. Не знаю причину. Но грешу на колодке. Да и время, конечно, пришло. Купил, значит, вот такие вот колодки. Хрен знает, паль, не паль. Говорят, очень много их подделывают. Кто знает, напишите в комментариях. Вот так это дело выглядит уже на машине. Снял, значит, я вторые колодки. А тут выработка еще больше. И неравномерная. Прям рытвенная нафиг. Ну что, значит, работа завершена. Сейчас проедем. Посмотрим. Отъездил я 11 дней. Сначала первый день тормозов практически не было. Вот состояние диска за 11 дней. Ржавью покрылся нахер. Ну и ничего, функцию свою выполняет. И хрен с ним. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям.